Всем привет из Рима! Сегодня я еду на площадь Республики и прогуляюсь по улице Виа Национале. Кто останавливался в Риме, кто был в Риме, конечно же, вспомнит эту площадь и эту улицу. Вот я вышла из метро. И сейчас я направляюсь к фонтану. Раньше эта площадь называлась Эседра. Да, площадь Республики расположена в нескольких метрах от вокзала Термини, напротив терм Диоклетиана. И от этой площади начинается одна из главных улиц города – Виа Национале. Я показываю панораму, пассажи. Термини, привет! Вокзалы, железнодорожные, аэропорты. Железнодорожный вокзал и аэропорт – это моя стихия. И в центре площади расположен фонтан на Яде. Это работа Марио Рутел из Палермо. И здесь представлены 4 фигуры девушек – нимфа озер, нимфа рек, нимфа океанов и нимфа подземных вод. Я показываю панораму, да, вот здесь напротив это римские бани и церковь, очень красивая церковь, базилика Санта Мария дели Анджели и дей Мартири. Церковь была закрыта, и я ее покажу в следующий раз. И вот так вот красиво обрамляют площадь пассажи. Перед нами сейчас улица Виа Национале, по которой я пойду гулять. И сейчас я покажу фонтан. Это нимфа океанов верхом на коне, символизирующем море. В центре фигура, которая символизирует господство человека над природной силой. А это нимфа озер, которую можно узнать по лебедю, которого она держит в руках. И все. Рассмотрели мы немножко фонтан и идем прогуляться по улице Виа Национале. Конечно, зрелище немного грустное, потому что это очень большая улица, на которой находятся просто огромные отели, отели-гиганты, которые занимают целые здания, и они все закрыты. И раньше здесь было всегда много народу, много пульманов, да, которые возили туристов. Улица Виа Национале, она ведет от площади Пьяцца Делла Репубблика к площади Венеция. И изначально она задумывалась как очень широкая артерия, необходимая для создания быстрого и прямого сообщения между центральным вокзалом столицы и Тибром. И это намерение было реализовано в 1886 году, когда был проложен второй широкий маршрут между площадью Венеция и рекой. Это улица Корсо Виттории Эммануэли II. Секунду. Снова отель. Видео я это записывала до карантина, до красной зоны, и вот только сейчас я его смонтировала. На этой улице расположены, помимо отелей больших, также много магазинов и много бюджетных магазинов. Это снова показываю здание отелей. Вот такая широкая улица. Мы очень часто любим по ней гулять, потому что сейчас она немноголюдная. В отличие от Виа дель Корсо, потому что все стараются поехать в центр и гулять по улице Виа дель Корсо, площадь Испании и вот эти все торговые улицы. Поэтому мы уходим сюда и гуляем здесь. Здесь есть магазины Макс Мара и Макс энд Ко, и Макс Мара Викенд, и много других магазинов, как я уже сказала, бюджетных, вот Шопен. Дальше я покажу витрину обуви. Очень приличная обувь,
по хорошим ценам, по низким ценам. Отель снова. Да, конечно. Представляете, да, сколько рабочих мест. Отели простаивают. Это я показываю очень красивая дверь для Инстаграма. Инстаграмная дверь, видите, избушка на клюшку. То есть отель закрыт, повесили замок, все. В красивом здании находится этот отель Меркури. Улица Виа Национале. Дальше мы идем. Я примерно показываю, какие здесь есть бренды. Это испанский бренд знаменитый Desigual. Такая необычная у них одежда. Я помню, в Барселоне старалась себе что-нибудь купить от этого бренда. И это Палаццо Делли Эспозиционе. Вот я снова показываю опустевший отель. Представляете, да, такое большое здание. И там вот эти вот палки-держатели для флагов. Флаги все убрали. Флаги разных стран. Это здание было построено в конце 19 века, и оно было спроектировано как выставочный центр. Это магазин нижнего белья. Это Зенис, очень популярный среди итальянцев. Это мне понравилось, девушка на светофоре как одета была. И это Макс Мара Викенд магазин. И вот этот магазин обувной. Здесь обувь с 50% скидкой и очень современные модели. Это театр Элизео, было построено в 1900 году, и это Палаццо Кох, штаб-квартира Банка Италии, тоже конец 19 века, и в этих пальмах живут попугаи, очень шумные. У меня уже видна площадь Венеции, но я не дойду до этой площади, я сверну направо и пойду к Палаццо Кверинале, Кверинальному дворцу. Это резиденция президента Итальянской республики. Палаццо дель Кверинале – это, конечно же, историческое здание в Риме, которое расположено на одноименном холме и с видом на одноименную площадь. Раньше это была резиденция короля Италии, а сейчас резиденция президента Итальянской республики. Это, конечно же, одно из важнейших зданий в столице, как с художественной, так и с политической точки зрения. И мы хотели пойти на экскурсию в этот дворец, нам организовывали ее,
в школе итальянского языка, но сразу же началась пандемия в прошлом году, и мы так туда и не попали. Обязательно схожу туда на экскурсию, и я знаю, что там нельзя, естественно, снимать и фотографировать даже нельзя по понятным причинам. Я попала на смену караула. И с этого холма открывается панорама на Рим. Вы видите купол собора Святого Петра. Вот такая прогулка у меня сегодня получилась. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Апресто!